Меньше 2 недель осталось до первого выступления Джеты Бурлаку в рамках Евровидения. Песня готова, клип снят, промо-тур певицы окончен. Последним штрихом перед отъездом в Белград стал вечер прощания с Джетой. Друзья, коллеги и те, кто просто хотел поддержать певицу, собрались в XO Gallery. Теплые слова, подарки и даже песни – все было для и ради Джеты. В то же время мероприятие оказалось прекрасной возможностью еще один раз обсудить шансы на успех Джеты и оценить итоговый вариант ее необычной песни. Она не то что необычная, мне кажется, что она просто душевная и она найдет себя, мне кажется, у каждого в сердечке. Мне она нравится, и тоже, наверное, я себя в ней увидела. Уже который раз мы убеждались в том, насколько сложно угадать настроение зрителя Евровидения, и то, как песня, оказавшаяся беспроигрышной, оставалась просто незамеченной. Евровидение – это конкурс очень непредсказуемый. И как такового нету, скажем, формата Евровидения, да? Поэтому не надо гадать, не надо мечтать и о чем-то там рисовать какие-то себе картинки в голове. Надо просто идти с основной целью, то есть петь свою программу, представиться хорошо и больше ничего. И не надо, главное, чтобы Джетку не интересовало слухи, не интересовало разговоры какие-то побочные. Да? Это цель, которую она шла, поэтому удачи, будем держать кулаки, Джет. Пока Нелли Чубану и вся Молдова будет держать кулаки, Джета с собой на сцену возьмет свой талисман. Мой талисман на удачу будет со мной на сцене. Это мой любимый Петя Харуца, трубач. Чтобы Европа все-таки услышала красивую песню о любви, потребовалось немало сил и энергии. Последние пару месяцев спишь по 1,5 часа в день, а ездишь очень много, и на самом деле тяжело. Все сложно, все трудно, но есть прекрасные люди, которые помогают нам все равно. Есть улыбки, которые нас поддерживают. Есть вы, которые сегодня пришли сюда. Это самое главное. Поддержать Джету Бурлаку перед отъездом в Белград пришел и Дмитру Брагиш, который знаком с ее творчеством не понаслышке. Вообще, мне нравится все, что делает Джета Бурлаку. И песни, и ее работа на телевидении, поэтому я с очень таким добрым, у меня доброе отношение к ее деятельности. И в том числе к этой песне, конечно. Хотелось бы, чтобы не только в первую пятерку, но и почему не на первом месте, чтобы она не была. Станет ли песня той, которая принесет Молдове победу, еще не ясно. Но прогнозы относительно того, кто будет за нее голосовать, у Джеты уже есть. Я не знаю, какие страны будут голосовать за нашу песню. Я думаю, за нашу песню будут голосовать люди, которым так хочется просто любить и быть любимыми. This is all I need. Be my everything and live forever. Именно эту песню во время Евровидения услышит не 1 миллион человек. О такой аудитории исполнитель может только мечтать. Не страшно ли будет Джете выступать с таким грузом ответственности? Я пока не знаю, какие эмоции у меня будут во время пения на сцене 20 мая, потому что я обычный живой человек. Но сейчас меня переполняют только положительные эмоции, эмоции благодарности перед теми людьми, которые меня поддерживают. Джета, All Fans желает тебе удачи. Будем держать кулаки за тебя. Я тебя целую, желаю успехов, огромного успеха, и чтобы ты приехала с победой домой. Целую. Вот я сегодня ей подарил одну розу. Хотелось бы, чтобы когда она вернулась, дорога от самолета до хотя бы зала аэропорта была усеяна такими же розами по случаю ее победы. Джеточка, душа моя, ты самая лучшая, и ты будешь самой лучшей. Я верю в это, и я в этом уверена. Так что дерзай и порви всю Европу. Огромное спасибо. To breathe your soul.